Ряженка. Ряженка – традиционный молочный напиток, один из ряда кисломолочных продуктов, наравне с простоквашей и йогуртом, с которыми у нее есть много общего по способу приготовления. Тем не менее, состав ряженки несколько отличается от всех своих кисломолочных собратьев. По сути, это простокваша, приготовленная с помощью сквашивания коровьего молока с помощью молочно-кислых бактерий. Но для приготовления ряженки используется не просто коровье молоко, а молоко топленое, часто с добавлением жирных сливок. Поэтому она имеет свой особый, приятный сливочный вкус, нежную консистенцию и кремовый цвет. Состав ряженки. Отличает ряженку от простокваши и натурального йогурта то, что она имеет естественный чуть сладковатый вкус за счет содержания некоторого количества сахаров. Этот вкус весьма выгодно отличает ее от других кисловатых на вкус продуктов без добавок и наполнителей. Ведь тем, кто сидит на диете, достаточно сложно отказаться от сахара и подсластителей. А ряженка не нуждается ни в каких дополнительных добавках. Химический состав ряженки, как и других кисломолочных продуктов, является богатейшим источником кальция, белка и полезных бактерий. Этот молочный напиток состоит из белков, жиров, углеводов, воды, минеральных элементов, витаминов, органических кислот, моносахаридов, пребиотиков, зольных веществ. В составе присутствуют витамины группы В, витамин РР, аскорбиновая кислота. Из минералов, помимо кальция, можно отметить фосфор, магний, калий, натрий, железо. Польза ряженки. Полезные свойства ряженки проявляются не только в большом количестве кальция, минералов и витаминов, но также и в наличии в составе важнейших для организма элементов – пребиотиков. Регулярное употребление этого напитка помогает пищеварению, благотворно влияет на микрофлору кишечника, улучшает состояние печени и желчевыводящих путей. Польза ряженки для похудения связана с тем, что в ее составе содержится оптимальное соотношение жира, белка и кальция. Для тех, кто следит за своим весом, важно выбирать небольшую жирность ряженки, всего 2-5% жирности. Наличие некоторого количества жира только облегчит усвояемость кальция, а также некоторых жирорастворимых витаминов. А вот жирная ряженка – 5-6%. Вполне может заменить соусы, масло и даже десерты при диетическом питании. Ряженка прекрасно сочетается с любыми фруктами и ягодами, особенно кислыми, клубникой, малиной, смородиной, черникой. Природный сладкий вкус напитка позволяет готовить замечательные фруктовые и ягодные молочные коктейли и десерты без сахара, что важно тем, кто следит за весом. Это незаменимый диетический продукт. Ряженку обычно любят дети, намного больше, чем кефир или простоквашу. Она может быть использована и для детского питания.